Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас на своем канале YouTube. Дорожная ситуация в городе Барнауле. Сейчас пробки оцениваются как глобалы. Машин не так много, но тем не менее они ездят. Ну, здесь пробки такой нет большой, но тем не менее посмотрим. Люди потихоньку начинают все равно работать. Кто-то по своим делам едет. Вот даже велосипедист вот тоже куда-то поехал. Опасный маневр, конечно, совершил, но тем не менее. Полиция проехала. Но дороги по сравнению с тем, как было зимой и прошлым летом, даже если так взять, конечно, посвободнее. Ну, в связи с тем, что режим самоизоляции, люди, конечно, поменьше ездят, но вот сегодня четверг, 16 апреля, побольше машин стало. Это я снимаю на улице Антона Петрова, кольцо Антона Петрова-Малахова. Вот ДАФ, большой грузовик проехал тут. Вот с улицы Антона Петрова много автомобилей подъезжает на той стороне, вот сейчас увидите. Здесь вот подъехала туда. Ехали машины. Вот они, прям вереницы. Пешеходным остановились, вступили пешеходом. И вот сейчас поехали. Подъезжают все с разных сторон. Дорогие друзья, хочется пожелать всем здоровья, счастья. Это сейчас актуально. Здоровья особенно. Водителям, как всегда, в сложной дорожной ситуации я желаю ни гвоздя вам и ни жезла. Смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествие автомобилей. Подписывайтесь. Жду новых подписчиков. Всего вам доброго.